Привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Cam with Man. Сегодня пятница, 12 мая. А снизу Гороша бегает. Она тоже с вами здоровается. Да, Гороша? Расскажешь, что сегодня было с тобой? Ну, не хочешь, я расскажу. О, села. Будешь тоже слушать? Ну, давай, послушаешь. Во-первых, все, устаканилось, пока у нас кличка Гороша. Что случилось? С утра встал утром. Она не будет с утра, не скулит, ничего. Встаю. Беру ее под мышку, одеваю шлейку, поводок, выхожу на улицу, и она какает и писает. И я ее поощряю, и все здорово, приходим домой, я тут работаю, всякие дела делаю. Алиса тоже там делает свои дела, потом идет гулять с Горошей, и Гороша снова повторяет те же самые действия. Что просто безумно радует, потому что это, я думаю, как бы ускоряет процесс обучаемости в том плане, что дома, короче, писать нежелательно, мягко говоря. И надеюсь, что Гороша не будет этого делать. Вот сегодня, по крайней мере, были моменты с самого утра, когда я проснулся, я потихий, как бы там собирался, Алиса тоже встала, и Гороша уж совсем обрадовалась, что вот такую капелюшечку оставила на полу. Вот. Че, Гороша? Хвостиком махнула. Ну ты вообще... Ну ты игривая. Я в Алискиных тапках, потому что у нас одни тапки на двоих. Ребят, давно вам не говорил о том, что 20 мая будет сходка с подписчиками в Краснодаре в виде небольшого акустического концерта в Озмоле в Атриуме в 6 вечера. Ссылка в описании. Буду петь акустические песенки, под электрогитару или под акустику, еще до сих пор не решил. Вот, и можем с вами пообщаться и во время, как бы, концерта, и после, и до. Так что приходите. Опять же, ссылка в описании. И ссылка в описании с информацией про альбом, который благополучно очень-очень-очень большая часть альбома записана. Мне еще впереди куча монтажа и небольшого мастеринга песен, потому что все равно записывалось практически на один микрофон. И там, как бы, не то что сведение, сколько просто мастеринг нужно сделать правильный. Так. А, просто легла. Гороша просто легла. Сейчас, кстати, вот таким кормом кормим. Но все нам советуют, все родные и друзья советуют совсем другой. По-моему, называется Dog Chow. Dog Chow. Вот. Что родителям моим посоветовали ветеринары, что Тёма посоветовал, он тоже лабриков своих кормит Dog Chow. Вот. Тёма сейчас суперспец такой уже на опыте нам рассказывает, что как, если что нужно делать. Может, не кормом его кормить? Может, не кормом, да. Это сейчас поначалу. Работа позади. А, к сожалению, блин, вот без машины так грустно. Так грустно. Сейчас бы вот была бы тачка, мы бы сели и поехали куда-нибудь. Все равно погуляли, походили вместе с Горошей, с нашей. Вот, родители сейчас тоже созванивались в фейстайме. И мама там давала советы, как лучше в машине перевозить собаку. Есть такие типа автомаг, типа автогамак. Или автомаг, он прям так называется, я уж не помню. Автомаг. Мак-авто, короче. Вот. Это типа такая постилка на заднее сиденье, которая как бы немножко гамаком идет со всех сторон. То есть такой бассейн из ткани, и собака там спокойно сидит, ничего не портит. И даже если написает, можно снизу, например, пеленку постелить, если вдруг. Но я надеюсь, я прям даже не то, что надеюсь, я уверен, что Гороша вообще не делает делов там, где не надо. Ну, кроме как вот, когда она на земле. Ну, в данном случае на ламинате тоже считается как земля. Вот. Сейчас, кстати, сделала нехорошее дело, украла поводок с коридора. Я немножко на нее так, ну, прикрикнул, типа, фу, нельзя. Она уши прижала, отошла немножко назад и цик, опять каплю циркнула. Ну, блин, не знаешь даже в такие моменты. Я начну еще ругать за то, что она циркнула, она еще может нас сикать. Но с другой стороны, она должна понять. Тут тоже не нужно сильно человечивать. Ну, в том плане, что типа вот она обидится на меня. Нет. Поверьте, это животное, у которого любви больше, чем у человека, мне кажется. В запасе. Ну, просто вот молодец, сама себя может занять.
Нам нужно подушку покупать новую. Еще одну. Горош, ну вообще это некрасиво на камеру так делать. А, ты, ну... Лапу лежит. Не, лапу, все, вопросов нет. Лапу можно лизать. Спать. Гороша. Гороша — гость программы. Ты понимаешь, что ты занимаешь вообще все эфирное время нашего влога теперь? Мы зашли в ветклинику, кстати, третий раз гуляем за сегодня. Третий раз, не шесть. В это время вчера был пятый раз уже, сейчас только третий. И во все разы покакала и пописала. Прикиньте, сколько в ней какашек. Дома ни разу ничего не сделала. Ну, только ну, вот, я говорю, утром, как какую сделала, когда я ее поругала. Да. Да, даже не то, что ее наругала, с того, что я встала, начала ее гладить, нет, она потом обрадовалась. Потом она... А, встала, да? Я когда сказал, что это... мы, короче, форум, вот этот вот Док Чао, который советовали, сейчас вот нашли в нашем вет-магазине. Да. Вот, там по вет-аптека. Такой же цене, да? Вет-аптека. Ой, не знаю, честно говоря. Ну, короче, недорого. 196 рублей килограмм. Марфуся. Вот у нее такая привычка, она идет, раз сядет, сидит, смотрит. Ты запуталась. Ты сливаешься с плиткой, Гороша. Не, ее отпускать надо. Но для этого нужно игрушку брать на улицу. Она просто от ноги спотыкается. Гороша. Пойдем, гуляй. Блин, а поводок нельзя. Фу. 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 Все. Достаточно один раз. Ну, не один раз. Пару раз. Ладно, гуляем у стадиона. Ну, она, кстати, дома слушается лучше, чем на улице. Да. А потому что много отвлекающих факторов да. всяких. Да. Да? Да? Вот и платанчики начинают. Листочки давать свои. Да уж это прям даже не начинаю. Ну да, да, да. Это пухи такие. И вот с Горошей сразу прям приметили такие, нифига себе. Это, она первая сказала в том метку, о, вы правда. Да, вообще, конечно, необычно тут эти платаны подстригают. Как-то это странно выглядит, но да. Прикольно, прикольно, мне кажется. Интересно вообще, как они сюда были посажены. Вот, ну, в таком же виде или потом когда кромсали еще? В таком же виде. И они вот в таком виде растут, по идее? Но нет, они... ну, платан. Да это понятно. Я к тому, что у него, смотри, нет макушки какой-то прям тонкой. Ну, вот и формировали. Ну, именно да, так вот. Да, специально да. Так же, как фикусы дома формируют, плетут между да, там да, собой. Да. Фикус, пойдем. Гороша, Гороша, Гороша! Что это за вообще бега по мокрому полу? А? О? Блин, ну сейчас такие вообще гонки устраивала, просто место свое снесла сюда. Смотрите. Гороша. Блин, криворукий. Брось. Давай. Куда? Ну она же принесла, что ты делаешь? Давай. Давай колечко. Давай играть. Давай. Давай. Моё кольцо. Гороша. Сейчас только что смотрели Key and Peele по Paramount Comedy. Ой, это вообще такие крутые чуваки, блин, да, такие дурные. Вообще. Гороша так смеялась, что аж вообще пукнула, наверное, даже. Только что была рядом, пошла вон туда. Короче, скачали фильм «Видели ночь». Комедия с чуваком, я не знаю ни одного имени этих актеров. Но один из них это... В «Диких условиях» играл. Да, в «Диких условиях» легендарный путешественницкий фильм. Вот. А другой чувак, взрослый актер, который получил, по-моему, даже Оскара за фильме «Барабанщик», он играл учителя. Лысый, короче, чувак. Да? Да.
похож на черепашку. Ну, у него такое лицо. Вот. Короче, какая-то комедия. Мы качнули, но не знаем, смотреть ее или вот посмотреть немножко Paramount Comedy. Сейчас идет «Филадельфия всегда солнечно». Это тоже отпетые вообще наркоманы, блин. Ну, конечно, не наркоманы, но, короче, юмор у них угарный. Мы тоже начали, по-моему, смотреть, когда только его начали снимать. Только-только начали снимать с пилота. Я еще помню, типа, пилотная серия вышла, и канал там подписал их, и все. И они, по-моему, первую серию, по-моему, переснимали. Да, конечно. Вот. Потом... Сейчас, наверное, посмотрим. Фильм, наверное, сегодня уже и правда не будет. Ну, что-то да, мы думаем. Просто уже как бы 11 часов и что-то как-то... Мы сейчас лучше прогуляемся, хотя буквально 2 часа назад мы гуляли с ней 2 часа подряд. Так что сейчас пойдем еще просто закрепим результат. Чтобы нам ничего не убирать потом. Да, чтобы уже посикало еще раз, возможно. А может быть, даже не будет ничего делать. Вообще, мне кажется, она спать хочет. Может быть и так. Ладно, все, ребята, увидимся с вами завтра. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, оставайтесь вместе с нами. Лайк за нашу горошу. И завтра мы выдвинемся из дома подальше, чем стадион, потому что завтра у нас много дел. И надеемся, заберем машину. Надеемся, да. Очень. Надеемся, что нам позвонят. Да. Покеда! Hi, my name is Michael. I watch the fight club. How many different pictures you have?